Маленькая, коротенькая, не смешная, но это Хармс, поэтому я не могу не прочесть. Гоголь переоделся Пушкиным. Пришел к Пушкину и позвонил. Пушкин открыл ему и кричит: «Смотри, Ирина Родионовна, я пришел!» Все, это конец. Ну это просто Хармс, это специфика жанра. Себя пришел? Так, папа дальше. Папа там... Хармс, это в каких годах он?